Здравствуйте, дорогие друзья! Курьер сегодня неотъемлемая часть городской жизни. О них, доставщиках еды, которых в профессиональной среде называют велокурами, ну, на велосипедах курьеры, и пойдет речь в моем видео. Очень много раз приходилось видеть молодых людей в определенного цвета экипировке, с сумкой за плечами, спешащих, очень спешащих доставить еду городским жителям. Мне, правда, всего один раз приходилось пользоваться подобными услугами при заказе пиццы. Подруги некоторые чаще пользуются этими курьерами, их услугами при заказе суши и ролл. А бывшая соседка, которая работала на удаленке дома, часто я видела курьера у нее с едой. Не было у нее времени на покупки продуктов и приготовление еды. В России доставка еды на дом в офис появилась в начале 90-х годов, ведь многие столовые закрылись, увеличился рабочий день у многих, и так стало удобно заказывать еду. Особенно со времени начала пандемии коронавируса потребители чаще стали делать заказы в онлайн-режиме. Заказов с каждым годом становится все больше, расширяется география заказов, и, соответственно, спрос на курьеры увеличивается, везде требуется. Я не буду говорить о плюсах и минусах этой работы. Это можно при желании узнать в интернете или при непосредственном общении с людьми, которые работают курьерами. Только скажу, что труд далеко не легкий, как кажется, а работа это очень нужная. Доставщики еды, скороходы современного мегаполиса, скороходы и велокуры, велокурьеры с наступлением холодов, непогоды, заказов у доставщиков еды прибавилось. Условия труда стали тяжелее, гололед, снег, холод. Но многие люди в курьерской форме рассекают по дорогам и тротуарам, помогая себе, притормаживая ногами, держать равновесие. А в некоторых местах просто ведут велосипед. И надо им периодически слезать с велосипеда, идти, чтобы размяться и согреться. Часто мерзнут пальцы ног. Больше всего им страшен ветер и метель. Доход курьера на велосипеде больше на 30%, чем у пешего. И скорость доставки в 2-3 раза выше, и меньше устают они, и обувь меньше изнашивается. Одежду летнюю и зимнюю им выдают в своих офисах. В каждой фирме, где они работают, есть список этой одежды, акт составляется и выдается. Очень важный атрибут одежды, чтобы горло было закрыто, балаклава. Специальный такой шарф на шею и лицо, чтобы не замерзало. Шлем, который надо снимать, когда забираешь и отдаешь заказ. Отлично, если курьер одет в 3 слоя одежды. Нательное такое термобелье. Зимой, конечно, это. Второй слой – спортивная флисовая кофта, а третий слой – верхняя, непромокаемая одежда, чтобы ее легко можно было стирать. Ну и, естественно, велобахилы, которые надеваются на свою обувь. Обувь не выдается до самых колен. Велосипеды для работы тоже выдают где-то, а где-то не выдают. Сами приобретают курьеры иногда бывшие в употреблении велосипеды. Иногда берут в аренду и шлемы, и фонари, и замки, и держатели для телефонов. Самая важная часть экипировки – это термосумка, короб или рюкзак, кто как называет. Без нее не получится правильно доставлять заказ. И еще надо правильно ею пользоваться и ухаживать за ней. В основном размер сумки 40 на 40 на 25 сантиметров, ну и на 40 литров. Некоторые сумки бывают на 20 литров. Максимальный вес заказа 10 килограмм, чтобы его можно было унести. Но бывали случаи, что 15 килограмм доставляли. Это очень тяжело, естественно. Велосипедисты, курьеры с собой берут насос и ремонтный комплект для камеры. В сумке есть специальные такие карманы для личных вещей. Яркая форма курьера всегда выделяет их среди толпы обычных людей. Их бренд узнают издалека. Номер на сумках стоит указан. Есть лямки у сумки и ручки. У нас в Воронеже я видела курьеров с брендированной экипировкой: Сбермаркет оранжево-зеленый, Яндекс.Еда желтый с черным, Деливери. Яндекс выкупила эту фирму, это с зеленой экипировкой. Ну и красный цвет, очень много было видео в начале этого ролика. Экипировка у них из магазина «Самокат» они возят, с голубыми шлемами летом я видела. Конечно, велокурьеры должны знать правила дорожного движения. По этим правилам в гололед и снегопад велосипедисты запрещаются двигаться по дороге, но
Так, еду надо вести очень аккуратно и с клиентами быть предельно вежливыми. Многие опытные курьеры советуют зимой медленнее, особенно перед поворотом, выбирать очищенную, посыпанную песком дорогу. В доставке работают люди разного возраста и пола. Приблизительно половины у них работа является основным источником дохода, а у второй половины – это подработка. Вот так. Зарплата курьера напрямую зависит от количества выполненных заказов. Все люди, заказчики, клиенты, пользующиеся услугами курьеров, благодарны им за отличную работу и качественную доставку еды. Ведь именно они, курьеры, способствуют тому, что вот-вот люди станут сытыми. От всего города им хочется сказать большое спасибо. Вот, пожалуй, все, что основное, что мне удалось узнать об этой профессии, поделиться этой информацией с вами. Если вам она была интересна, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий. А я от всей души желаю вам прекрасной погоды и крепкого здоровья.